Стрельбу в здание ФСБ на Лубянке устроил неизвестный накануне вечером, в день военной контрразведки. По последним данным, один сотрудник ведомства погиб, еще пятеро человек ранены, двое из них тяжело. Стрельба началась около 6 вечера по Москве, вскоре после пресс-конференции Владимира Путина. Сначала перекрыли лишь улицу Большая Лубянка, саму площадь оцепили ближе к 7, говорят очевидцы. Тогда же спецслужбы начали выдавливать прохожих и журналистов подальше от места перестрелки. В начале 8-го ФСБ объявила о ликвидации нападавшего, он попал под огонь снайперов. По неофициальной информации, стрелком был 39-летний житель Подольска, недавний чоповец, который часто упражнялся в тире. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.